Ну, я думаю, хорошая игра получилась для болельщиков. Жаль, что мы не победили. Мы очень хотели этого. До этого сыграли мы неудачно пару игр. И мы просто вынуждены были выиграть перед нашими болельщиками, перед всеми, кто живет в Краснодаре. Жаль, что так получилось 1-1. Я думаю, сегодня команда хороший матч провела и чуть-чуть не дожали Краснодар, по моему мнению. За счет быстрых атак, за счет стандартных положений и поймать Краснодар, что ошибется в обороне. И мы так и забили, они ошиблись, мы забили. Но еще говорю, были моменты, мы могли дожать Краснодар.